предмет. То есть если мяч, то вообще непонятно, что им делать. Обруч еще можно как-то закрутить на опорной ноге. Лентой можно сделать рисунок, а вот мяч совершенно некуда девать. Поэтому как-то она старается его приспособить куда-то. И в том упражнении, которое она сделала, предмет вылетел. У Веры Сетиной было очень оригинальное начало композиции. Она стояла на полупальце в равновесии, и мяч был под пяткой. Кстати, все обратили внимание на то, что начало композиции такое вот особенное, только в той ситуации, когда Вера чуть было не упала. Случилось это на московском этапе гран-при, который она выиграла. Но здесь, конечно же, стоит аплодировать. Никто не делает такую связку поворотов.